Всем привет! Сегодня готовлю тушеную сельдь в сметане. Блюдо из сельди и сметаны выходит сытным и очень вкусным. Оно здорово идет на обед с картофельным гарниром или отварным рисом. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Состав рецепта вы также можете посмотреть в описании под видео. Сначала следует разморозить рыбу. Не делайте этого в микроволновой печи или горячей воде. Пусть рыбка оттает естественным путем при комнатной температуре. Затем нужно отрезать голову, почистить, удалить черную пленку. Если вы не хотите, чтобы в блюде присутствовали кости, удалите их, разрезав сельдь на две части. Я больше люблю, чтобы присутствовали косточки, поэтому удалять их не буду. Разрезаем сельдь или филе сельди на порционные куски. Солим, перчим по вкусу. Режем репчатый лук четверть кольцами. В сковороду наливаем растительное масло. Обваливаем рыбу в муке. И выкладываем в разогретую сковороду. Оставляем жарить до золотистой корочки. Переворачиваем рыбу и сразу засыпаем лук. Закрываем крышкой и оставляем тушить на медленном огне, пока лук не станет мягким и прозрачным. Лук стал прозрачным, рыбка протушилась. Теперь все заливаем сметаной. Посыпаем зеленью. Закрываем крышкой и тушим буквально 3-5 минут, лишь для того, чтобы сметана растопилась. Как только сметана растопилась, сельдь в сметане готова. Можно подавать к столу. Мои домочадцы кушают с удовольствием. Попробуйте приготовить, вам обязательно понравится. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. У нас вы найдете много вкусных рецептов и полезных советов для дома. Желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения.